реставрация блока после ДТП. Для начала его надо отмыть. Так, теперь его надо отфоткать так, чтобы сохранить максимально все данные. И поэтому фоткать будем в максимальном качестве. И с разных ракурсов. Теперь можно приступать ко второму этапу. И теперь максимально аккуратно нужно выровнять все пины.
Дальше уже пинцетом. Приблизительно то, что у нас получилось. Еще нужно будет обезжирить это место для восстановления самого разъема. Так, разъем у нас будет состоять. Всего похоже, что это вот здесь было. Поэтому здесь нужно будет зачищать. Как-то вот таким вот макаром все это будет восстановлено. Детали для склеивания. Но перед тем, как склеивать их, надо обезжирить. Промыть я их уже промыл универсальным обезжиривателем. Проходимся полностью по детали. С одной стороны, ну и соответственно здесь с другой стороны. Надо все обезжирить, чтобы не было малейших грязевых отложений. Так, а теперь будем подготавливать клей. Клеить будем не суперклеем, а двухкомпонентным. И останется только проверить, заработает оно или нет.
теперь отвердитель. Так. Ну и, соответственно, замешиваем. И наносим. Так-с. Наносить будем вот сюда. Вот сюда. И на поврежденный участочек. Так, теперь вот так это выглядит внутри. Излишки клея убираем. Так, ну и соответственно здесь по краю будем наносить лопаткой. Чтобы защитить контакты, наложим слой побольше. Ну и соответственно здесь сделаем такую небольшую шапочку. Излишки вытрем. Все. Будем ждать, пока схватится. Ну и соответственно нажимаем здесь. Греется прилично.
сейчас более четко выставим пины в разъеме, скажем так, поправим их, и все. Так, и остатки клея уберем. Все, в принципе. Так. Вот такая красота у нас получилась. Здесь он уже схватился, тут тоже лишнее можно убрать, лишний клей, а весь остальной клей он схватится еще сильнее за сутки. Так что как-то так. Не знаю, заработает или нет, но фотки и сам блог, я думаю, можно уже отправлять.